21 апреля президент Азербайджанской республики Илхам Алиев принял президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова. Отметив высокий уровень организации супертурнира «Шамкир-Чес-2017» памяти международного гроссмейстера Вугара Гашимова, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов сказал, что проведение таких престижных турниров является вкладом Азербайджана в дальнейшее расширение международного сотрудничества в спортивной сфере, а также имеет важное значение с точки зрения развития регионального туризма. Он сказал, что многие люди в мире проявляют большой интерес к этому мероприятию. Коснувшись значения супертурнира «Шамкир-Чес-2017», глава государства сказал, что он уже стал традиционным мероприятием, подчеркнув, что участие в турнире лично Кирсана Илюмжинова и ведущих шахматистов мира служит повышению уровня этого мероприятия. Президент Илхам Алиев отметил важность проведения таких престижных международных мероприятий не только в Баку, но и в регионах Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что в нашей стране проводится большая работа по развитию регионов Азербайджана в целом и созданию необходимой инфраструктуры. В ходе беседы было отмечено, что в Азербайджане на государственном уровне проявляется большая забота о спорте. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.